Всем привет, кто подписан на мой канал и кто просто смотрит мои видео. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом израильской кухни, который называется хумус. Хумус – это такая закуска, которая готовится из нутового пюре с добавлением куджутной пасты, оливкового масла, сока лимона и различных специй. Готовить я его буду сегодня из сырого, пророщенного в течение 2 дней нута, который периодически промывался. В общем, мне больше нечего сказать об этом блюде, осталось только показать. А вы смотрите и пробуйте. Для любителей поострее можете добавить побольше красного перца и чеснока. Для тех пропорций, которые я указал, достаточно одного зубчика. Всем, кому понравилось мое видео, оценивайте его, делитесь с друзьями и ждите новых видео. Пока!